Ну что, ребят, продолжаем на том же самом месте, где мы и закончили прошлую серию. Так, давай спускаемся вниз. Во. Sweet. Круто. Да, давайте сразу откроем ту дверку. Сразу дверку откроем. И давайте посмотрим, что у нас тут-то. Что у нас тут-то ждет. Или ничто тут не нас не ждет. Кроме пиздюлины. Так, ага, что-то светится. Что-то там светится. Что-то мы с вами нашли. Так. Угу. Нужно, наверное, будет бросить, да? В тебя этот, как его, баночку. Окей, идем к аппарату и посмотрим, где же находится баночка. Она, по-моему, где-то здесь должна быть. По идее, да, вот она. Хорошо. Только я так и не понял, зачем это нам нужно, но... Ну ладно. Блин, не поверите, я думал, игрулька будет часа на два прохождения, а я уже записываю какую... Шестую серию, либо пятую. Так. Ага, бросил, проверяй, да? А, надо ведерко было бросить. Ну все, все. Все, надо было ведерко просто бросить. Ведерко попало, а книжечку нам бы оно избило бы. Так, давай. Хорошо, что тут банки бесконечные. А не нужно их крафтить, как в других играх. Так, оно. Оно, давай, оно. И вот так вот, оно. Что не так? Что я не так делаю? Что нужно сделать? Что нужно мне сделать? Куда мне нужно бросить, чтобы это все... Не? Не оно? Ну, по логике, нужно бросить в этот ведерко, чтобы оно упало сюда, да? Или нет? Блин, вот это я сейчас тупить буду, да? Опять минут 40. Ладно, давай возьмем еще банку. Я-то не спешу никуда. Ну, тут же нету, да, ничего такого, чтобы подвинуть. Никакой ни тележки нету, ничего такого. Чтобы можно было запустить. Хорошо, ладно, давай возьмем еще банку. В прошлой серии 15 минут тупили. И в этой можно будет потупить еще минут 15. Нет, а в принципе я не против. Игрушка прикольная. Так что можно и потупить. Так, давай смотреть. Давай примерно... Примерно смотреть, куда его... А если мы тебя... Вот так. Да. Правильно. Все. Так, еще одна книжечка. Я стараюсь быть вежливой и больше улыбаться. Я прячусь от всех. Но это не помогает. Мне все равно кажется, что за мной наблюдают. Окей, очередная интересная история. Слышь, а ты знаешь, кто пасет тот? Тот этот, как его? Тот ням-ням-ням делает. Так что, ребят, не пасите. Ага, так, мы с вами где-то куда-то зачем-то кого-то. Так, без них, наверное, обрушится. Мне нужно найти, где заканчивается, либо начинается глаз, чтобы я мог его чпонькнуть. Чпонькнуть. Ребята, может этот глаз от школы там, где... Помните, мы... Спортивный зал не могли зайти, получается.
Пройти в спортивный зал мы не могли. Может, это из-за этого на улице? А, вот оно светится. Вот оно светится. Да-да-да. Ё-моё. Вот он светится. Только как мне туда пройти? Как говорится, I don't know. Так, как мне к тебе туда пройти? Так, давай вниз. А отстань, пожалуйста. Мы с тобой друзья. Ты же сказала, что мы с тобой друзья, все. Все-все-все, мы с тобой друзья. Как мне добраться вот туда? Как мне туда добраться? Так, давай сюда. Ах ты падла, ах ты падла, ля-ля-ля-ля, ты крыса. Ну давай. Давай, заходи. Давай-давай-давай-давай, заходи. Не, ссышь. Ссышь, когда страшно. Я понял, мы так будем стоять тупить с вами очень долго и нудно, да? Ага. Ага, а я теперь не пройду. А я теперь не пройду. Дай пройти, дай пройти, дай пройти, дай пройти, дай пройти, дай пройти. Все. До побачення. Так, где гребаный лифт? Где гребаный лифт? Мне нужно на второй этаж. Мне нужно как-то туда попасть. Мне нужно как-то попасть туда. Вот и лифт, вот и лифт. Алло, 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 алло. Чпоник. Все-все-все. Давай. Да-да-да. Жесть. Да, щекастая. Вот это мы с тобой, конечно, попали. Где этот гребаный глаз, скажите, пожалуйста. Вот он. Как мне к нему туда? Как мне туда к нему попасть? Как мне пройти к тебе? Да, я видел, как ты мне хотела помочь, так что не. Я тебе больше не верю. Достаю? Пожалуйста, ну дай, дай достать. Блин, у меня заканчивается этот, как его... огнетушитель. Как мне сюда пройти? Как мне сюда пройти? Угу. Короче, я не знаю, как мне туда пройти. Если честно. Так, ну мы тут с вами были, правильно? Либо неправильно. Блин, тут столько мест всяких разных. Да, мы тут с вами были. Я понял, что мне нужно перебраться как-то на... другую сторону. Как-то на другую сторону мне нужно перебраться. Как это сделать? Я вообще без понятия. Не, возможно, конечно, что-то и упускаю. По-любому я что-то упускаю. Но что конкретно я упускаю? Так, тут дверка закрыта, тут нам нужно сделать вот так. И давайте смотреть, сюда мы не пройдем никаким образом. Так, ты где? Ага, ты уже там, да?
Ты уже там. Так, давай потушим это все. Давайте смотреть, как мы туда попадем. Я не знаю, как мне туда попасть. Да я знаю, что мне нужно ее обрушить, но я не знаю, как попасть на ту сторону. Есть ли там вход какой-то? Если там вход, если там лифт. Блин, ну как-то ж я... Как-то же я туда проходил же. Ладно. Давай вниз. Давай вниз и смотреть. Если вы думаете, что мне самому нравится так тупить по 40 минут, то нет, ребят. Я бы с радостью быстро это прошел. Но я без понятия, как это сделать. Как мне туда добраться? Да-да-да. Давай-ка ты вон туда пойдешь. Давай-ка ты пойдешь вон туда. Мы с вами пройдем вот сюда. И что это нам даст? А, без понятия. Так, и здесь есть этот аппарат. Да не хочу я с тобой дружить, отстань. Я хочу глазик взорвать и... И спасти свою сестренку. Так, ну мы сюда же ж никак не пройдем, правильно? На второй этаж. Никаким образом не пройдем. Ну да, никаким образом мы сюда и не пройдем. Блин, что я упускаю? Что я упускаю? Вы мне скажите. Почему я не могу найти вход и выход? Так, я не знаю, слышите, это как я слышно, хотел сказать, видно вам, либо не видно, но... Так, что это такое? Я эту штуку могу подвинуть. Вот она что, Михалыч. Я могу эту штуку двигать, да? Все, я могу эту штуку двигать. Хорошо, хорошо. Только... Как мне эту штуку двигать и зачем? Так, а ты можешь постоять здесь, пожалуйста? Так, можешь, пожалуйста, здесь постоять. О, мы запрятались. Шикарно. Что если я схожу с ума? Или уже сошла? Что если Эмили вообще не существует? Смотрите, что это чокнутая Салли. Ей вообще много чего страшного чудится. Ну все, не кричи. Так, давайте фонарик возьмем, потому что я ничего не вижу. Так, хорошо, потушим. А вот и глазик, а вот и глазик мы нашли. I love you. Все? Так. Так. Распадется на миллион кусочков, и нужно найти второй глазик. Хорошо. Как это сделать?
Я с первым еле разобрался. Кажется, с первым еле разобрался, как это сделать. Так, а где второй, может быть? Куда оно идет? Блин, я думаю, может реально оно... Второй глаз на улице, где спортивный этот его был, поняли? Вот. Может он там? Хотя, может, навряд ли. Ё-моё. Йоу. No. Так. Да, он достала библиотека. Давайте второго мы лузгнем. Не спеши. Стой. Все, отлично. А теперь давайте смотреть, где находится второе. Второй находится где-то... Где-то в этой стороне. Где-то в этой стороне он находится. Блин, как же все муторно. Как же все это... Долго и муторно. Не люблю такие моменты. У меня и батарейка садится вон. И... Огнетушитель заканчивается. Так, вот ты где? Вот ты идешь вот сюда, да? Вот ты где светишься. А как мне к тебе сюда пробраться? Огнетушитель тебя, наверное, не достанет, да, отсюда? Ну да. Огнетушитель тебя не достает. Так, давай смотреть. Как мне к тебе туда подняться? Можешь обойти, можно как-то. Давайте попробуем, может, обойдем. Тихо. Не-не-не, меня здесь нету, все хорошо. Так, а где тут? Как тут пройти? Да-да-да. Шизанутая это наша, я так и понял. Блин, это, наверное, нужно спускаться опять на первый этаж, да? И пробовать как-то идти по-другому. Так. А это... Ага, ребят. Стой. Я, походу... Походу, понял. Если это оно так и есть... то мы с вами не будем очень долго и нудно бегать. Так, давай. Так, пусть это будет вот туда, до второго глаза. Так, полезли. Пусть это будет вот. Так, батареечка. Так, батареечка и одну секундочку кое-что. Вот так вот. Полезли. Так, полезли смотреть. Ага, у нас опять эта штука. Не самое странное, что я сегодня видела. Угу. Не хватает шестеренки, да? Без нее оно работать не будет. А шестеренка, походу, находится... Ага, походу, находится где-то здесь. Так, хорошо. Я потеряю свои пальчики, она говорит, если я буду лезть в работающий механизм. Ну да, тут и не поспоришь. Так, и что нам нужно сделать? Нам нужно, наверное, как-то... Ага, замораживать, да? Ага. Нужно впритык, наверное, тебя задвинуть. Все. Зарядил? А, это механизм будет работать на открывание двери. Хорошо. Так, стой. Тоже не работает, ладно.
По-моему, я понял, как это сделать. Попробую, давайте заморозить эту штуку. Давайте попробуем заморозить эту штуку и быстро снять. О, шикарно. А теперь пойдемте открывать дверку. Вообще, вообще, вообще огонь. Давай, идем. Вставляй, берем фонарик. И понеслась. Все, до побачення. Не надо, и надо, надо. Бонжур. Чпунник. Упс. Кажется, перебор. Надеюсь, она по пути хоть парочку... Пути хоть парочку чего-то. Так, сори, пропустил. Итак, ребят, знаете, что самое смешное? Самое смешное то, что я уже забыл, куда нам эту птичку нужно вставлять. Куда это все нужно делать? Блин. Гребаная старость. Вот это с этой памятью. Ничего не помню. Да, щекастая. Да, молодец. Хоть ты меня и понимаешь. Так, где оно упало? Вот оно упало. И как мне тебя забрать? Так, вот птичка. Отлично. Еее, бэйби. Да-да-да. Ну и все. Шикарно, но... Да неужели мы это с вами сделали? Я думал, будет дольше. Элли, ты в порядке? Как ты туда попала? Не притворяйся, будто тебе не все равно. Ты тоже чудовище, как и они. Чего? Ты о чем говоришь? Нет, Эмили, беги. Беги. Спрячься в спортзале. Лезь на крышу, слышишь? Быстрее, я найду тебя. Что происходит? Почему она назвала меня чудовищем? Нужно спешить. Вот, это вот подсказочка, да. После всего, что я для нее сделала... Вот это неблагодарность. Я ничего ей не делала. О чем она? Я всегда была добра к ней. Эмили всегда хотела дружить со мной. Но у меня были свои друзья. Я знаю, что ее обзывали. Но это была просто игра. Чего она ожидала? Что я буду с ней каждый день нянчиться? Я неплохой человек. Чпуник. Все, шикарно. Так, сейчас, секундочку. Возможно, немножко пропасть звук. Ага. Все, пошли дальше. Надеюсь, это финал будет. Так. Окей. Эмили ждет меня на крыше. Хорошо, Эмили ждет нас на крыше. Батареечка заперта с другой стороны, как обычно. Ага, нужно будет найти, да? Три за этих, три ключика. Шикарно, понял. Ну, хоть тут открыто. Спортзал тоже. Пора бы уже привыкнуть, наверное. Так, спуститься в подвал спортзала. Хорошо, давайте только посмотрим, что тут есть наверху. Что тут есть наверху у нас. Так, тут закрыто. Ага, дальше мы не пройдем. И вниз мы тоже не спустимся, да? Бонжур. Там кто-то есть, отлично. Тихо, тихо, тихо.
Ля, ты крыса, маленьких обижать. Так, ага, тут монстры. Через эту башню точно можно залезть на крышу. Да это понятно, что тут можно залезть на крышу, это ясно, но... Если было все так просто, мы бы, наверное, давно бы это уже сделали, да? Отсюда лестницу не лезть. Может, из подвала получится? А что за бред? Почему я не могу с ними ничего никак взаимодействовать? И как мне спуститься в подвал? Только давайте, наверное, пособираем все, что тут есть. Пособираем все, что тут есть, и... Пойдем искать подвал. Так, ладно, все равно эти бабайки нас видят, так что предлагаю бегать с фонариком. Все, отстань. Отстань от меня, пожалуйста. Интересно, что это за т-т-т-т? Что это за знак? Так. Угу. Что это нам дало? А ровно счет? Ага, вижу. Шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. Давайте смотреть. Давайте смотреть, что от нас хотят. Так просто? Прикольно. Ага, дверки подкрывались. И сейчас на свободу вышли бабайки, правильно? Ну как же ж по-другому? По-другому быть и не может. А вон и ключик от подвала, да? Наверное, идея была не из лучших. Ну да, согласен. Но за теперь, мы знаем, где находится ключик. Теперь мы знаем, где ключик находится, это хорошо. И стоит ли нам шуршать вот тут? Так. Так, это, наверное, что-то значит. Да-да-да, по-любому. Не знаю, стоит ли шуршать полностью все подряд. Давайте по возможности избавимся от них. Хотя их тут чересчур сильно много, ребят. Их прям конкретно много. Неужели придется стелс делать миссию? Ё-моё. Либо поубивать их всех. Ой. Давай попробуем. Давай попробуем их всех лускнуть. Попробуем всех их лускнуть. Получится, получится, не получится. Ну, значит... Значит, не получилось, правильно? Так, давай вон туда. Давай вон туда. Так, стой, 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 стой. Стой, 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 пожалуйста. Понятно, не получилось. Не фартануло, не повезло. Крица шоколад шел к успеху. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Эта штука работает? Нет, не работает. Заново, да? Или работает? Крица не фартануло, пацан шел к успеху. Ну ладно. Ага, от птички мы избавились. Давай тебя мы тоже избавимся. От тебя мы тоже избавимся. Блин, ну их реально чересчур много. А мне нужен ключ от подвала. Мне нужен ключик от подвала. Как мне его добыть?
как мне его добыть, я без понятия. Сколько их тут? 2, 4, 5 человек, да? Их тут 5 человек, ребят. Ах ты, падла. Стой, стой, стой. Беги, беги, дура. Беги, 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 беги. Отстань от маленькой. Отстаньте от маленькой, пожалуйста. Так, ключ с цифрой 2. Один из ключей двери... подвал спортзала. А, это один из трех ключей. Помните, что я говорил, что нам нужно будет 3 штуки найти себе ключа? Где мне искать еще 2? Кто мне подскажет? Кто мне подскажет, где мне еще 2 штуки искать? Вот это вот хороший вопрос, да? Может, на втором этаже? Может, на втором этаже, как думаете? Так, могу зайти? Могу зайти, отлично. Все, 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 меня тут нету. Дверка, закрывайся. Так, что у нас тут ждет нас интересного? Так, пар, наверное, мы тоже, да, сможем замораживать с вами. Да, пар мы можем тоже замораживать. Это вообще шикарно. Ой, йоу. Угу. А назад уже не вернуться, да? Надеюсь, мы с вами... надеюсь, мы с вами правильно идем. Да. Я вижу второй ключик. Так, если повысить давление, оно может оттолкнуть ключик. Но падай. Ну, пожалуйста. Так, что мне нужно делать? Во, шикарно. Не-не-не-не. Упало, да? Теперь он где-то там внизу. Ладно, давай искать. Давай искать. Он же здесь внизу, да? Правильно понимаю? Алло, игра. Погоди. Погоди, погоди, погоди. Есть наверх вход, а есть вот. То есть, ух ты, йоу. И что делать? Мне налево идти, либо направо, вот туда вот. Ладно, давайте тут посмотрим. Мало ли, может, что-то интересное найдем. Хотя тут, наверное, чисто батареечки, да? Лудер. Так, а здесь у нас тут дверь какая-то. Ага. Ага. Не, давайте, наверное, возвращаться. Давайте, наверное, возвращаться вниз. Так, пошли смотреть. Потому что без второго ключа, в принципе, нету смысла куда-то дальше идти. А если сейчас сюда спрыгну... а, нормально, лестница. Нормально, лестничка, хорошо. Так, ну здесь, я думаю, не будем тратить с вами огнетушитель. Я думаю, и так пройдем. Ах ты... какашка. Так, ключик. Where are you? Наверное, это что-то значит. Наверное. А вот и ключик. Хорошо. Жесть. Так, ключик номер один. Ага. Но-но-но-но. Я помню этот звук. Опять этот огненный монстр.
Самое веселое. То, что здесь спуститься нельзя. Нужно будет возвращаться обратно туда, откуда я пришел. Правильно же я понимаю? Никак же не спуститься, а потом сюда в подвал как-то нам будет спускаться и подниматься вот тут вверх, когда мы победим этого монстра огненного. Но у нас есть с вами огнетушитель, так что я думаю, в принципе, с огненным монстром мы с вами справимся. Очень-очень-очень быстро, я надеюсь. Так, давай, заканчивайся. И ты тоже. Все, пошли. Пошли наверх. Пошли, 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 пошли. Не останавливаемся. Так, хорошо. Находим третий ключик. Идем, открываем дверки. Только не знаю, как туда спуститься будет. Надеюсь, игра покажет. И будем сражаться с боссом. Было прикольно, если бы это был бы босс-молокосос, но явно нет. Так, что это нам даст? А это нам ничего не даст, да? Ага, это нам ничего не даст. Мы туда не достаем. Мы туда не достаем. Падла. Да, да, тихо, 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 Эмили. Или как тебя там? Щекастая. Аккуратно, щекастая. Так, все, давай вот сюда. Вот сюда и... И нужно будет последний глазик, чтобы взорвать. Шоколадный. Блядь, я уже с ума схожу с этой игрой. Я уже хочу реально спасти свою сестру. И отправиться домой. Так, ага, мы выбрались вот сюда. Так, ладно. Давай, давай. Где-то и еще один ключик есть. Только не говорите, что он где-то находится вот тут очки. Только не говорите, что он тут очки где-то находится. Давайте посмотрим на втором этаже, правильно? Может, на втором этаже оно находится. Так, давайте, наверное, сразу возьмем с собой баночку. На всякий пожарный случай, чтобы отвлечь. Так, что у нас тут с вами есть? Ага, какой-то глаз есть, да? Так, не, мне нужно... Ага, это не то. А это то. Все, забрали? Забрали? Забрали. Пошлите смотреть. Так, тут же ж никого нету, правильно? Никого вроде бы. Так, а ты кто там? Ага, это нужно мне в соседнюю дверь сейчас будет, да, пройти? Чтоб тебя лузгнуть. А потом вернуться вот сюда. Ага, это огненный там бушует. Потом, походу, вернуться вот сюда, чтобы забрать эту вот тележку. Чтобы залезть вон туда, да? А тележку, наверное, нам придется протягивать прямо аж отсюда. И в следующую дверь. Прикольно. А может, мы вот так сделаем? Отключим их. Ой, ё-моё, я упал! Я упал! Ребятушечки. Ребятулечки. Что это такое происходит? Так, еще одна книжка. Давайте посмотрим. Мне так страшно. Каждый день еще хуже предыдущего. Я соврала маме, что заболела, а потом, что не хотела идти в школу. Так, кто в детстве не врал маме, чтобы не ходить в школу, правильно? Так что. Ничего страшного. А как мне... Я таки извиняюсь.
пройти на второй этаж, если там все разрушено, а там все перекрыто. А сюда никак не пройти, да? Или пройти? Так, вон еще дверь мигающая. И что делать, ребят? Понятно, если заметят бежать, это ясно, да? Нас заметили, походу, бежать. Все, до побачения. Ага, а вы за мной, да, собрались? А вы за мной, да, я смотрю, собрались. Ля, отстань, пожалуйста. Страшно, да? Тихо, Эмили. Так, давай. Я застрял. Да, я застрял. Я застрял. Так, ингалятор. Ну, пожалуйста. Давай еще один. Ну, дай ножку. Все, есть. Шикарно. Походу мы всех монстров победили, да? Если да, то это будет хорошо. Я могу спокойно теперь ходить по школе. Нет, не всех. Так, как мне сюда пройти? Никак. Хорошо, сколько монстров осталось? Парочку штук. 1, 2. Давайте попробуем с ним разобраться. И спокойно здесь побегать. Потому что... по-другому не получится. Так, вроде 2 штуки, да, осталось? Нужно будет оббегать потом все комнаты и разобраться. Ё-моё, что ты не хочешь? Что ты не хочешь на Ешку, не? Сработать? Да, на Ешку ты не хочешь срабатывать, да? Стой, пожалуйста. Ну, стой. Боже, какие ты тупые, да? Ага, ты просто стоишь. Понял, вот это тиммейт, вот это я понимаю. Все. Шикарно, теперь сможем облутать все комнаты. Так, здесь мы были. Давайте дальше смотреть. Так, сюда не пройти... Здесь мы заходили в спортзал тоже. Отсюда мы вышли. Погоди, либо мы в эту дверь заходили, а туда не заходили. Не помните, в какую дверь мы заходили, не, ребят? По-моему, в той мы не были. А ну давай посмотрим. Давайте посмотрим. Блин, у нас один этот, как его... Ингалятор остался, одна аптечечка. Так, здесь мы, по-моему, не были, да? Так, полезная вещь, хорошо. А здесь и ничего и нету полезного. Единственное, что меня смущает, как подняться на второй этаж. Так, мы в этой комнатке были? Да, были, по-моему. Так, а вот тут-то мы вроде с вами... не ходили, ага. Либо ходили, может... А нет, это, по-моему, вот эта вот комнатка, да, где... Да. Где электричество, здесь мы были. А что делать? И чего нам делать? А ящички эти никак не подвинуть.
Тихо, тихо, тихо. Прекращай. Если ты такой умный, то подскажи, как мне это делать, а не орешь там. Так, что это тут? Что это у нас тут с вами? Батарейка. Ничего не понимаю. Ну ладно, давайте опять наверх. Главное, что мы от этих монстров избавились. То как найти, куда там пройти? Вот, мне нужно пробраться как-то вот сюда. А как я туда проберусь? Я же не буду кидать в дверь банку, правильно? Это же бесполезно. Эту штуку может поднять как-то. Если честно, без понятия. Если честно, без понятия. Так. Давай сюда. Зайдем, посмотрим. Так, налево пойдешь, направо пойдешь. Давайте направо пойдем. Давайте пойдем направо. Только что это нам даст, а это нам ничего не даст. Мы с вами упадем здесь. А нам, чтобы не падать, и перелезть вот сюда, нужна вот эта вот штука. А чтобы получить эту штуку, нам нужно лускнуть вот этот вот глазик, который вот там вот. Где-то он вон там вот. Ага, вон он. А туда я не достаю. Туда я не достаю, да. И что делать? Что делать, муравьё? Носик приделай, да? Блин, можно как-то огнетушителем это все взорвать? Не, нельзя. Блин, ну должен быть какой-то выход из этого всего. Какой-то выход из этого всего должен быть. Угу. Только какой? Я не вижу. Так, что там по времени? Что мы записываем уже? С вами 47 минут. Я думаю, давайте еще минутки 3 побегаем. А в следующей серии мы уже попытаемся продолжить. Но я падаю. Я в любом случае падаю. Может, с этими как-то штуками можно взаимодействовать? Не знаю. Уже чего-то не замечаю, но тут пройти, как вы видите, тут пройти нельзя. Я сразу падаю. Мне нужно попасть вон ту дверку. Чтобы попасть не в ту дверку, мне нужно что-то сделать. А что сделать? Вот это вот хороший вопрос. Но тут тупик. Явно ничего нету. Явно ничего нету тут, да? Так, привет. Все хорошо. Можешь идти. Так, у нас с вами еще один билетик. Окей. Так, а ты кто? А ты книжка бесполезная, да? Жесть, ребят, давайте вы нажмете на паузу, кому интересно, и прочитаете. А мы не будем с вами задерживаться на этом. Ну, и дверку открыть как? Никак. Это мы сюда все ради билетика, да, приходили, я так понимаю. Понимаю, все сюда ради билетика приходили. Так, и что? И что это нам дало? А ровным счетом ничего. Блин. Ну я как бы исчерпал уже все варианты. Как бы исчерпал уже все варианты. Я везде уже был.
На улицу нету, я думаю, смысла выходить. На улице мы явно ничего с вами не найдем. Третий ключ явно не там находится. А где находится, я без понятия. Будем искать с вами уже в следующей серии. Так уже, покрыться долго сидим. Так, все, не свети людям глаза. Давай выйдем на свет, чтобы тебе было лучше видно. О, щекастик ты наш. Так что все, ребят, давайте, наверное, в следующей серии продолжим. Если кто знает, куда нужно отправиться, либо залезть, то напиши в комментариях. Буду очень признателен. Так что все, всем пока-пока.